Либо я сейчас нахожу генератор, точнее заправляю генератор, либо мы подыхаем. Нет. Твою мать, собака, я так и знал, мать твою. Канистра, канистра! Здесь... Я... Собака, твою мать! Сейчас Фокси выбежит. Да что я не вижу, что ни хрена? Канистра, канистра, я взял канистру! Я взял канистру! Фокси уже бежит, твою мать! У нас пара секунд осталось, пара секунд, мать вашу, пара ссаных секунд! Канистра была там, собака была там! Открой дверь, Додик! Чика! Чик, падла! Падла, закрой! Да пон! Да нет, собака, нет, скотина! Нет, Голден Фредди, ёб твою! Твою мать, все подряд, просто я ничего не вижу! Привет! Мне все-таки удалось побить рекорд в игре КНАФ и выжить в офисе больше часа. На данный момент рекорд выживания составляет 62 минуты и 58 секунд. Еще никто на всем ютубе не смог продержаться больше. Мы первые, и за это сразу лайк. Мы совместными усилиями поставили этот рекорд на стриме, и я хочу сказать огромное спасибо всем, кто приходит на мои стримы. Вы молодцы! Это канал FNAF Play, а я Медвежонок Фредди. И прямо сейчас давайте вместе посмотрим на эпичное выживание. Игра! Игра стала другой, смотри. Энда не бежит. Заметил? Энда идет пешком. Но его можно забаговать, это уже хорошо, как бы, да, он дурачок. Короче, фишка-то в том, что в игре стало темно. Я не знаю, может, это нам поможет, может, я какую-то не ту версию, может, это какая-то не та версия, которая у меня была. Вдруг нам с этой игрой повезет больше, потому что Энда тут багуется, он не спидранит, я заметил. То есть, заметь, я его не вижу отсюда, ты понимаешь? Вот так мне нравится, вот этот КНАФ мне нравится, все, нормас. Все, будем так играть. Я даже без фонарика нормально, смотри. Опачки, здравствуйте, Фредди. Здравствуйте, Фредди. Я могу вообще вот так сделать, чтобы вы вообще в шоке были. Я могу сделать вот так. Я могу сделать из Фредди фиолетового Фредди. А? Как вам такое? В реальном времени делаем из Фредди фиолетового Фредди. Это Shadow Фредди получается. Смотри, что могу. Лячу могу. Я могу сделать прям Shadow Фредди, смотри. Видал? Волшебство. Магия. Магия вне Хогвартса. Меняют цвет аниматроник в прямом эфире. Без регистрации СМС. А? Как вам такие фокусы? Сейчас мы зайдем в офис и ослепнем, я тебе отвечаю. Я уже ослеп практически, пока бегу до офиса. Ё-моё, как ярко, офигеть. Да ярко просто обоссаться можно. Я даже Фокси не вижу, я даже бухту не вижу. А вот, ооо, всё нахрен. Мы Фокси прошляпили, он вылез. Я пошел искать ключ, потому что нам нужен ключ. Чёрт, а если ключ там? Ну, смотри, как ярко, светло, хорошо, красиво. Я уже могу сейчас ключ увидеть, да? Тут его нет. Явно его тут нет, возможно, он во рту. Вот он, да, видишь? Видишь, как хорошо стало? Вот видишь, как хорошо стало в тех местах, где темно. Вот где светло, да, тут жопа, как бы, я не спорю. Но там, где темно, все хорошо видно, понимаешь? И это нам на руку. А я пойду, я сейчас, все, нахрен. Ну надо, пацаны, надо. Придется, мне придется это сделать. Заправил, все, да, я же вроде заправил, я же молодец, да, все, заправил, я молодец. Хорошо, ладно, допустим. Я успел осрать. Все, заправил, отлично. Не, ну с такой яркостью мы на изи найдем эти санные канистры, я тебе говорю, мы должны. Ой. Боня, а ты не охренел ли? Он как бы ушел, но он в то же время не ушел. И меня это напрягает. Я бы на самом деле мог сходить сейчас заправить генчик, но не буду. Но на самом-то деле я. Слушай, я не знаю. Не, я не пойду, потому что Фредди меня убьет. Надо подождать сначала Фредди. Сначала ждем Фредди. Тут тоже нет канистры. Ясно. Проверяем, здесь нету. Все, последнее место. Я должен успеть. Так, быстренько сейчас. Просто. Все, нету. Бежим в офис. Нигде не. Значит, у Бони, она у Бони. Я видел, кажется, краешек канистры там был. Я видел, она у Бони. Беги, Додик, беги! Твою мать! У меня кнопки сломались, пацаны. Ёп! Что случилось? Канистра. Оп. У меня кнопка сломалась.
Нахуй заработал. Я сейчас чуть не обделался, реально. У нас канистра есть, если что. Я сейчас чуть не обосрался, реально, у меня кнопка сломалась. У меня, блин, сломалась кнопка. Причем Фредди начал стучаться только когда я в офис зашел сразу. Сейчас был трэш. Сейчас был полный лютый трэш. У нас, кстати, очень мало процентов. У нас прям быстро убавилось, потому что мы ходили, искали. На самом деле канистра была за дверью, офигеть. 2 минуты, ребят, 2 минуты. Фредди стоял 2 минуты, я тебе отвечаю. Прям без дураков. 2 минуты всего лишь. Это же трэш. То есть у меня на то, чтобы заправить генератор, есть минута. Ровно минута. Если я буду бегать дольше, то это все, это очко. Слышь, Бонни уходит, спокойно. Есть, ребята, мы... Да ну... Я не успею. Я не успею сейчас, ребят. Я пошел. 30 секунд, черт, у нас 20 секунд, чтобы заправить генчик. Собака, твою мать, собака, ты конченая, собака, я тебя не... Там Чика стоит, мать твою! Собака, ну за... Собака, почему ты такая тварь? Собака меня сейчас убьет, Фредди, тварь! Я ничего не вижу. Успел. Быстрее, беги! Беги, я бегу в офис, как сумасшедший, бегу в офис. Минута прошла, черт. А, успел. Ребят, 46 минут. Все. 46 минут. Мы это сделали. Мы только что это сделали. Нам сейчас, знаете, что осталось сделать? Нам осталось... продержаться до утра, и все! Я не пойду больше никуда, нахрен. Никуда я не пойду. Я тупо буду ждать, все. О, не-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 не. Иди в очко. Нет. Голден Фредди, нет. Вот если эта тварь меня убьет сейчас, то это Кончита, если меня сейчас убьет. Иди в жопу, слышь. Иди в очко. Стоп. Это был Голден Фредди сейчас. Открываем. Да открой ты, падла. Ты видел, он тут сидел, он на полу сидел, ты видел? Ты сейчас видел, Голден Фредди сидел на полу или нет? Я не знаю, как я выжил, я видел его ноги. Я видел ноги ссаного Голден Фредди. Это капец. Оно не экономится. Да открой дверь! О, Бонни красавчик, спокойно, один Фредди остался. Чика, по-моему, ушла, один Фредди остался. Вот, все. Ой, хорошо. 14%, в смысле? Я не смогу, 14%, нам не хватит времени, не хватит. Либо я сейчас нахожу генератор, точнее заправляю генератор, либо мы подыхаем. Нет. Твою мать, собака, я так и знал, мать твою. Канистра. Здесь, да собака, твою мать. Сейчас Фокси выбежит. Да что я не вижу-то ни хрена? Канистра, я взял канистру! Я взял канистру, Фокси уже бежит, твою мать! У нас пара секунд осталось, мать вашу, пара ссаных секунд. Канистра была там, собака была там. Открой дверь, Доди. Чика! Чик, падла! Падла, закрой! Да план! Да нет, собака, нет, скотина! Нет, Голден Фредди, ёб твою... Твою мать, все подряд, просто я ничего не вижу! Прозрей, скотина, прозрей, пожалуйста, прозрей. Я сейчас в жопу. Все нахрен. Если мы сейчас доживем, если... Сосай дупло, вонючий падла. Спокойно, если... Главное, чтобы меня Голден Фредди сейчас не убил. Сейчас самая опасная хрень, это Голден Фредди. В жопу все двери, я их все закрою. Я должен это сделать, это я. Очко себе постучи, дебил. Спокойно, это же рекорд, все, 55 минут. Ну нам хватит по-любому до утра. Ты посмотри, что происходит. Это просто, это жопа какая-то, это на канал пойдет. Вы понимаете, ты понимаешь, что это на канал пойдет? Это невозможно, я сейчас сделал невозможное. Мать вашу, вы чё? Мы это 40 лет пытались пройти, это было нереально. Они все окружили меня, здесь Чика, там Бонни, они все со всех сторон. Сейчас если придет Голден Фредди, он нам жопу откусит, я не знаю, что делать. У меня паника, только не Голден Фредди. Я не буду открывать планшет, спокойно. Кто бегает в жопу, хватит бегать туда-сюда, спокойно, у меня паника. Я метаюсь по офису, я не знаю, что делать. Какую экономить энергию, какую жопу энергию, мне насрать на нее, я не буду ничего экономить, все, ничего я не буду экономить. Я сейчас просто планшет открою и буду сидеть, нахрен. 56 минут, все, нахрен, у меня паника. Ух ты, я офигею просто.
как? Была, я тебе отвечаю, канистра была у этого, у Бонни вовсе. Я не знаю, сейчас если Голден Фредди придет, это конец. А если Голден Фредди придет, это конец. Я не знаю, что делать. Это паника, это нахрен паника. Только не Голден Фредди, пожалуйста, Голден Фредди, я тебя умоляю, если ты меня слышишь, не приходи сюда ни в каких, в офис не телепортируйся, тварь. Ты же можешь, я знаю, ты можешь в офис телепортироваться, убить меня, но не надо. Давай мы дождемся, давай мы с тобой договоримся, Фредди, что ты сейчас как нормальный чувак не будешь сюда телепортироваться. Иначе ты падла, иначе ты прям крыса, иначе ты кусок жопы. Я не знаю, ну пожалуйста, ну не надо, мне рекорд уже рано близко же, тварь. Короче, так близко еще не было никогда. Я не знаю, если вот сейчас чекай мои слова. Если я сейчас не побью рекорд, я нахрен пытаться больше не буду никогда. Просто вот в жопу это все. Я закину нахрен. Они все ходят со всех сторон за дверями. Я их слышу. Я слышу этих додиков. Ну пока Голден Фредди нет, у меня все спокойно. Если он сейчас придет, все, я не знаю. Я нахрен все. Я нахрен отсутствие просто. 70% у нас до хрена, не надо мне писать, экономить энергию, в жопу всю энергию, я ничего не знаю, я должен тупо выжить, просто продираться, нет, Фредди, не надо мне стучать в дверь, мне на тебя насрать абсолютно, я не открываю ее, дверь закрыта, Чика ходит, Бонни ходит, я не знаю, что делать, все, это паника, она ее не остановить, понимаешь, паника, это 5 минут паники, 5 минут лютой паники, как я это сделал, как я мог успеть, меня собака, свою мать, нет, я буду бегать в жопу, я буду бегать, я буду метаться, не надо, пожалуйста, не появляйся вовсе, плиз, не появляйся вовсе, я тебя умоляю, Голден Фредди, если ты меня слышишь, скотина, корявая, не появляйся вовсе, я знаю, что ты можешь меня убить, меня вовсе, не надо, пожалуйста, не надо, плиз, камон, сволочь, я не знаю, я вот так посмотрю, 58 минут, твою мать, ну, Голден Фредди, ну, имей совесть-то свою, да, какую-нибудь совесть имей, сволочь, не надо, хватит спамить мне свои, it's me, я знаю, что это ты, скотина. Меня не обманешь. Не надо. Спокойно. Нахрен, это же мировой рекорд. Это мировой рекорд, я тебе отвечаю. Никто еще это не проходил час. Это невозможно. 58. Минута осталась. Мать ваша, минута. Минута. Ну, пожалуйста, Голден Фредди, не будь говном, пожалуйста. Нет, Голден Фредди, да твою мать, ты что делаешь-то? Ты угораешь надо мной, нет? Голден Фредди, слышь? Будь нормальным, адекватным додиком. Пожалуйста, не надо. Голден Фредди, ты не должен заспамить совесть, тебе нельзя, тебе в офис нельзя, тебе противопоказано сувать свою жопу сюда, понимаешь, это мой офис, я тут главный, иди в жопу, Голден Фредди, не вздумай, нет, фу, плохо, Голден Фредди, спокойно, сколько секунд там осталось, сколько секунд, 30, почему так медленно идут, минута так идет, минута, иди быстрее, ты меня задрала уже, давай, Голден Фредди уже 2 раза пытался меня тут убить, пока я тут бегаю, как дурачок, уже 2 раза он пытался, минута, пожалуйста, минута, давай, сколько? Да 15 секунд, да что так долго-то? Какие в жопу 15 секунд? Я уж. Знаешь, в чем прикол еще? Тут если к углу подойти случайно, то тебя Бонни может убить. Поэтому как бы я стараюсь не подходить к углам. Если я подойду к углу, все, Бонни меня убьет из скримак. Сколько? Есть! Час! Это час! Охренеть, я все нахрен, шок-контент, это час, это просто чекай, скрин, это час, я даже руки подниму, да, в танец победный, охренеть, час, мы продержались, едить, колотить, мы это сделали, я в шоке, это 60 минут, друзья, мы все-таки это сделали, я вообще в шоке, я не ожидал, что мы сможем это сделать, охренеть, это шок-контент, я не знаю, где Фредди, я не знаю, где кто где. Бонни, иди в жопу, а там Фредди, окей. Фу, все, я не буду ничего открывать. Мне пофиг. Вы это сделали. Час. Мы это пытались пройти. 25 тысяч стримов. 40 лет мы это пытались пройти. И наконец-то, заветные 60 минут. 61 минута. Это невозможно. Мы сделали невозможное. Мы сделали великое сегодня прохождение. Это самое великое выживание в КНАФе, которое когда-либо вообще было. Передайте Нептуну, что я это сделал. Я не знаю. Он охренеет. Я тебе говорю, блин, разработчик охренел, понимаешь? Это просто, это трэш. Я не знаю, как это еще назвать. Мы это сделали, друзья. Это вынос мозга, понимаете? Час! Эта хрень пойдет на канал. Я выложу это на канал, чтобы все офигели, потому что, блин, ну это аплодисменты. Это час выживания. Я реально, у меня шок. Я не знаю, как мы смогли последнюю канистру найти. Мне 2 раза собака слепила.
И, блин, и за мной гонялась Чика. Прям, ты видел, она за мной гонялась тогда, когда я заправлял генератор. И у меня были ящики открыты, я, блин, об них запинался. Я успел их закрыть и убежать от Чики. Это была такая трешатина просто. Я в шоке, король. Фокси, молодец, да, привет. Пофиг вообще. Фу, отдельное видео. Будет отдельное видео. Вот. Такое нельзя оставлять, как бы, такое нельзя удалять, нельзя вырезать, это надо показывать всем, потому что, я не знаю, ты должен будешь показать это видео всем друзьям, вообще, кто в КНАФ играет, вообще, всему миру, кто играет в КНАФ, надо показать это видео, потому что, ну, 62 минуты, 62, я вот так таймер оставлю, 62, вот сколько выживем, столько выживем, все, это аплодисменты, это вот они, аплодисменты. 63, в жопу иди, Golden Freddy, в жопу иди, отсоси мой очко, все, я тебя уделал. 62 минуты. Все, пофигу, просто стоим. Просто смотрим на таймер, максималочку жмем. Смотрим, максималочку жмем, все. 63, возможно, будет, но я думаю, мы не успеем. А планшет выключили. Черт. Здорово. Здорово. Мне на тебя насрать, я побил рекорд. Сосай, басай, додик. Может, я от него смогу сбежать, забаговать его? А вдруг я еще... Собака, вот давай не до тебя сейчас, окей? Собака, это читерство. Охренеть, даже собака офигела, ты видал? Даже собака офигела, вылезла такая, чё, 60 минут, да ну нахрен, ё-моё. Ну все, вот оно, экстра, где оно? Курсор поплыл, подожди. Курсор где? Вернись. Выживание. Все, вот он рекорд, мировой рекорд. Любуйтесь, друзья, 62 минуты 58 секунд. Мировой рекорд выживания в КНАФе. Все. Это охрененно. Это просто охрененно. Это как бы тут ничего не скажешь. В общем, это было реально круто. Ведь даже после того, как я прямо на стриме удалил игру, я все равно продолжил пытаться выживать. И как видите, это было не напрасно. И теперь, когда рекорд побит, этот челлендж можно передать другим ютуберам. Возможно, кто-то из них все-таки сможет побить мой рекорд. А сейчас всем удачи и всем пока!